Консультативно-образовательная акция «Мы за здоровый и безопасный отдых» стартовала в лагере «Орленок» в Жабинковском районе. Отдыхающие второй летней смены в этом месте второй день, а потому напомнить им о правилах безопасного отдыха и подсказать, как избежать разного рода неприятностей в каникулярный период, было весьма уместно. Еще одна немаловажная задача, которую ставили перед собой организаторы акции – формирование у детей и подростков потребности ведения здорового образа жизни. Гости серьезно подготовились к встрече с ребятами. Для того, чтобы она имела эффект, была подготовлена насыщенная и разноплановая программа. Для начала несколько уроков безопасности от сотрудников МЧС, викторина и, конечно, наглядная информация. Помимо этого, соревновательная составляющая, энергичные игры и водная феерия. Мы уже целый месяц ездим по оздоровительным лагерям, пришкольным лагерям и проводим ряд мероприятий, направленных на обучение детей безопасности. А именно, в игровой форме, показываем фильмы, раздаем обучающую литературу. И, конечно же, цель – это улыбки детей и, конечно же, новые знания. Какие правила безопасности знаешь ты, Влад? То, что нельзя в одну розетку включать много приборов, нельзя играться спичками, зажигалками, со всеми неопасными приборами. Только с родителями можно купаться. Эти и не только правила безопасного отдыха вспомнили ребята благодаря гостям. Специалисты здравоохранения обратили внимание детей на то, что привычки и поведение подростков могут быть как здоровьесберегающими, так и здоровьеразрушающими. Вместе с тем дали несколько полезных советов, как предупредить непредвиденные и нежелательные последствия, которые могут омрачить летний отдых. В летний период, когда уже школа закончили свою работу, мы реализуем во всех оздоровительных лагерях профилактический проект «Мы за здоровье, безопасный отдых». Вы видите, что в этом проекте принимают участие не только сотрудники медицины, центров генэпидемиологии, но мы привлекли и МЧС, и отделы по делам молодежи, представительства по оздоровлению. Скажем так, это наша совместная акция, направленная на то, чтобы обучить детей в летний отдых, как вести себя правильно, безопасно и при пожарах, как действовать, и правила поведения на воде, и в целом формирование здорового образа жизни. Вы видели, что уже многие из них знают, как профилактизироваться, как уберечься от клещей. Ряд и телефоны многие знают, но эти акции мы хотим сделать систематическими. У нас 22 лагеря, и во всех лагерях, во все смены эти акции будут проходить. Загородный лагерь – это идеальная площадка для личностного роста детей и подростков, расширение их практического опыта и обогащение интеллекта. В нынешнем году более 62 тысяч ребят побывают в местах оздоровления и отдыха Брестской области. Уроки безопасности в этот раз получили и закрепили порядка 260 ребят из лагеря «Орленок». Совсем скоро и другие будут иметь возможность получить полезные знания и навыки, общаясь со специалистами. Мы поддерживаем постоянно такие акции, потому что профилактика и безопасность жизнедеятельности молодежи и детей необходима. Мы ездим по многим лагерям в Брестской области. Скажем так, с июля будет стартовать у нас акция «Безопасность в наших руках». И есть БРСМовская акция «Летний патруль». Это волонтеры и МООП раздают листовки с ценной информацией по профилактике и безопасности жизнедеятельности и предупреждают население, отдыхающих, как себя нужно вести на водоемах. Программа летней оздоровительной кампании подразумевает организацию оптимально продуктивного каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создание благоприятных условий для их развития. Уверенные шаги в этом направлении уже сделаны. В успехе дела сомневаться не приходится. У нас самая главная цель, чтобы родители привезли нам здоровых детей. Еще более здоровыми мы должны их вернуть родителям. Вот для нас в этом заключается безопасное лето, чтобы дети были здоровы и счастливы. София Бережная, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».